Близкие к семье Анастасии Заворотнюк люди заявили, что у актрисы случился рецидив онкологического заболевания. Сообщается, что врачи делают все возможное. Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк после ремиссии резко ухудшилось. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что в последнее время с разрешения врачей знаменитость активно занималась плаванием. Этот вид активности весьма благотворно повлиял на общее состояние звезды. Хоть сбросить вес Заворотнюк это не помогло, в целом самочувствие значительно улучшилось. По информации источников издания, в какой-то момент актрисе стало плохо в бассейне, после чего ей пришлось пройти дополнительное обследование, которое и показало, что недомогание связано с рецидивом онкологического заболевания, которое вновь вошло в стадию ремиссии. По данным издания, врачи делают все возможное, чтобы помочь звезде моей прекрасной няне побороть недуг, и чтобы онкологическое заболевание снова вошло в стадию ремиссии. Инсайдер отмечает, что сейчас Анастасия Заворотнюк абсолютно неузнаваема, поскольку постоянный прием гормональных препаратов негативно сказался на ее внешности, актриса сильно располнела и у нее не осталось волос. Напомним, популярная актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с тяжелым онкологическим заболеванием головного мозга. При этом ее родственники никак не комментируют состояние артистки. В свое время они даже отказались от любой финансовой помощи со стороны. У семьи нет планов обратиться за медицинской помощью за границей, актрису по-прежнему наблюдают и консультируют российские специалисты.